Как осуществляется переход от одной станции к другой? По таймеру. И когда таймер заканчивает сигнал, когда таймер заканчивает свою работу, подает сигнал, либо вся группа целиком переходит, либо, друзья, можно сделать так, что переходят индивидуально те, которые успели. Я видела оба, и тот вариант. То есть какой-то ученик чувствует, что, например, вот станция с просмотра видео, это был урок английского языка, станция, где они просматривают видео и заполняют интерактивный такой рабочий лист, где нужно было текст с пропусками по видео заполнять, 10 класс. И были пару учеников, которым вот это прослушивание давалось очень тяжело. То есть видео само по себе до 7 минут, но они его пролистывают, потому что не услышать им. И тогда часть ребят по таймеру переходит уже к следующей станции, там тоже они переходят к следующей станции, а эти сидят и вот доделывают эту работу, потому что испытывают сложности именно с этим.